Где ФСБ? Я вообще не пью. Что? Профилактическое мероприятие, не трезвый отец. Вы что, я не пью вообще по жизни. Еду с работы. Ну, что это вы вообще никогда не делаете, я очень негативно к этому отношусь. Когда люди садятся за руль, тем более в алкогольном опьянении. Наркотическому и алкогольному. Ну, как вы думаете, к чему может это привести? Как к одному. К страшным вот этим трагедиям на дорогу. Что бы вы сказали водителям, которые садятся пьяными за руль? Убийцы. Убийцы. А можете сказать, почему у вас такая запотевшая машина? Ну, спросите. Запотевшие стекла в машине. Ну, у него спросите, который сзади сидит. Все, я отказался от свидетельства. А, вы отказались? То есть, ну, а почему, в принципе, могли бы... Все равно покажет. Прав. Нет, не то, что покажет, я не из-за этого, а смысл другой. Угу. Прав все равно нет. Ничего не изменилось просто. А вы знаете, что вы сейчас получите 10 суток ареста? Ну, да. Знаете... Ну, а сожалеете вообще о том, что? Я уже не в беседе.
стороне тишина. Ну, мы две испанских машинки посмотрели. Делать надо, заботиться не только о себе, а окружающих, не дай бог, что хорошо. Не одни на дороге. Мы не отказываемся же от освидетельствования. Как... Понятно. Вам вообще вопросов нет. Есть вопросы к водителю. Но сегодня в городе Тунгусеп у врача, который проводит освидетельствование, не имеет лицензии. А Ивангород? А как же тогда операция проводится? Я просто там работаю. Может, я позвоню туда? Как вы туда позвоните? Там, там нет у врача лицензии тоже? Нет лицензии. И это в Волосово ехать? Ну, поедем. То есть... в город Волосово, в ближайший город. А, я его не отпущу одного, я поеду с вами. Ну, к сожалению, это не предусмотрено. Если только... Нет, я отказываюсь в связи с тем, чтобы надо далеко ехать, нет, правда, вы столько времени. Он будет лишен прав, правильно я? Если он откажется от этого свидетельства, его лишат прав автоматически? Это будет решать суд. Автоматически никто никого не лишает. Вообще я в шоке. Мы ехали домой, к ребенку уже. А Волосово ехать, то есть ему уже сейчас, да. Я тоже в Волосово. Туда, обратно, это вообще ужас. Что мы такого страшного сделали? Чтобы он сейчас мужа куда-то в Волосово забирает. Давайте в Кингисепп съездим, пускай они найдут какого-нибудь врача нам. Состояние. Получается, вы эксперты? Не знаю, хоть тест какой-нибудь возите с собой, что ли, подписывать, умокнули туда. Или с больницей надо было договориться. Я говорю, вот ради бога, поехали в Кингисепп. Как это вы такую акцию проводите и не можете договориться с больницей? Чтоб там, не знаю, какой-то врач дежурил. Да, где? Исследование токсикологическое. Мы ну, вам ничего не даем. Когда будет ответ. А сейчас предварительный тест что-то показал? Ну, предварительный тест, он показывает, но он же как бы... Ну, юридической силы он чисто для нас делается. Юридической силы он не имеет. Ну, а так он подтвердил, да? Подтвердил, да. Угу. Вот.
подтвердил. То, что вы употребляли, то он и подтвердил. А что? Ну, потом, когда придет заключение официальной из химико-токсикологической лаборатории государственной, вам его покажут. Хорошо. Какое будет заключение, да? Это будет ваша копия. Олег Викторович, приборчик будем продавать? Да, согласны, да? Готовы? По моей команде продолжить.